рисование по номерам, вот такую картину. И нам не нравится вот это вот. Того, кто подарил, мы не хотели обидеть. И здесь такое страшное чудовище. Но вот здесь краски. Краски есть, все есть. Кисточки. Мы решили не обижать того, кто нам подарил. И какой мы выход сделали из этого. Так как нам эта картина не понравилась, и она очень даже страшная, мы решили просто воспользоваться красками, воспользоваться кистями, немножко сюжета. И рисовали мы не по номерам. Сейчас мы вам покажем с дочкой. Угу. Мы нарисовали вот такую добрую картину. Видите? Вместо чудовища. Нарисовали такую лошадку. Солнышко. И, в общем, так мы вышли с положения. Такой маленький лайфхак. Вдруг вам тоже подарят, и вам не понравится рисунок, вы можете тогда сами нарисовать, что вам захочется. Всего доброго.